Рубрика «Брать-не брать Т-54Е2 Акула». Без сомнения брать, и вот почему. Данный аппарат заточен действительно под каждого игрока нашей доблестной игры. Альфа небольшая, но и не маленькая. 310 единиц достаточно, чтобы на 8 уровне играть в размен ХП новичку, так и за счет ДПМ опытному бойцу. Динамика этого тяжелого танка максимально комфортная и позволяет делать каждый бой разнообразным и далеко не скучным, как на многих ТТ по типу льва. Хорошие углы вертикальной наводки в комплексе с крепкой башней и вовсе позволяют на многих картах буквально имбовать. Если вкратце, это самый универсальный премиум тяжелый танк на 8 уровне, который действительно подойдет каждому игроку в качестве нагиба и фарма серебра. Залетай на канал, возможно, прямо сейчас проходит стрим.